А нажми таунт на вот этого типа. Вероятность попадания снижена на 45%. А посмотри, у тебя магическая метка срежется, лужа машет или нет? Диспелить тебя или не особо? Я за танка. Как у тебя уже может помогнуться? Никак. Но она же магия, в смысле. Она не магия. А кто она? Но она магия. Она магия, но она не промахивается просто. Чего вы взяли? Она сове гроза промахивается? Гроза это дракон. Дофиг. Ладно, насчет грозы не знаю. Не, гроза у меня написано, что промахивается. Ну, типа, меткость нужна. Блин, надо зайти на паладин и посмотреть, а может реально лужа не машет. Можно вообще там меткость не собирать, чисто лужа домашний трэш. А в соло с сальцером паладин не домашний. Смет. А будет дамажить твой паладин, успокойся? Нет, не будет. Ты просто не понимаешь. Ну, типа, я вчера в трэш на кошатнице под крыльями и сбросом КД на бурю дал 11к. Там 5 мобов или 6. То есть пачку из 6 мобов я дал 11к. Раньше я давал 20к. Чувствуешь разницу? Ну, может, ты не крикнула так, как раньше. Не критануло, в скобках, типа, перестало крылья этот, давать урон. Кстати, Невер таки как-то залез на голову. Ну, я, блин, знаю как, но я не шарю. Типа, точнее, я знаю механически, как тут залезть, а вот скиллухи не хватает. А я залазил. Да, я же за тебя и говорю. Обнял, ты поднял. Всё, я тут. Вообще-то да, если мы тебя долго ждали. Так, ну, не знаю, как все без тебя. Форс-мажоры. Нужно 2х спать отправить. Да, уехать можно, пикапов нельзя. У нас варвал танчит хорошо. Главное, я понял, когда нужно регенить ману, Войд побежал пулить. Понятное дело, он без маны, я тебе синер добью. А зачем нам туда заходить? Куда здесь хорошо стоится. Так иди больше. Ну приду, посмотрю. Да, если, да, если. Ну слушай, твоя ошибка. Блять. Дайся, дайся, ну ты же и так не дамажишь, хотя бы какие-то косты. Энергии не было. Блин! Нужно было рогу создавать. Это же можно кикать косты. Могу тебя прокачать за 4 часа. Да слушай, я уже потратил сутки на то, чтобы качнуть профу. Не хочу. Ты чё, бедный что ли? Ты чё, не сейчас звук, конечно. Я же не сказал, что я потратил 9000 голды, я сказал, я потратил сутки, чтобы качнуть профу одну. Я на самом деле не сутки, 10 часов где-то.
И что за профа? Партняга. А блин, зачем мне налог инженерка? В смысле? Он же оттолк для всех. Да, да. Т4? Потом, потом буду в школе рассказывать. Да, и что ж она тебя бустит в Т4? Жмешь и такой... Ну вот, когда пройдет Т4. Или пока ты выбьешь, блядь, тот Т4. Инжа будет всегда рядом. Да, блядь, похуй. Типа, она не дает намного больше, чем остальные профы. Ну ты ПВП будешь играть в окном? Да? Нет, конечно. Ну, типа, для ПВП можно и ретриком поиграть. 4 профы качать это супер долго, я одну прокачал. Я себе шамана недавно выкачал, уже 4 профы ему выкачал тоже. Тупо на аукционе везде все делал. Ну слушай, типа я в начале сервера качал так этот паладину профы. Ю, Инжу и что-то еще. А партнягу уже сауку качал. А, нет, нет, партняга алхимия соука качал. То есть две профы только этот. Быстрым стартом. Ну ты еще видишь, у тебя типа бонусы есть постоянно. Мы тут родинов не хватаем с неба. Два, а не родин. Ну видишь, свои деньги кинул и в итоге отбил. А мы типа кинули и канули в лето. В лету. Какой там призовой фонд был у R2? Давайте рыбку ставлю. Не знаю, 1020, наверное. Сколько? 1020. На двоих или на одного? Ну, каждом, я думаю. Ну, я не знаю, типа, сколько. Я не помню, вроде первое место 50-ка. Второй, наверное, в половину меньше. 20-30. Может, я вообще ошибаюсь. Ну, спроси, вон же босс и этот Кернес лутали. Не, ну слушай, за БГ R1 это прям, ну, непочетно даже. Я видел того мага, который полутал. Это прям супер смешно было вообще. Он вообще так, типа, как-то странно играл. А, ну типа, мы ж вычислили, что он этот... мультиаккаунт. Маг был фиш, по-моему. Да-да. Ну, в плане мультиаккаунт, в плане того, что он, типа, он очень странно играл. Периодически он играл хорошо, а периодически он играл как мусорка. Соответственно, там несколько разных людей. Там просто игра за фаермаха такая на БГ. Просто живу бомбу на всех откиды и все. Вот тебе вся игра. По прокам и лыбу юзаю и все. Тупо изи, блин. Мне арканом больше нравилось. Полу-ПВЕшным. Там 4 стака набиваешь, просто стрелы и просто шотят любого, блядь. Блядь! Получается, под первый прилив у меня не откатывается триня. Какая же неприятная триня. Ты меня спрашиваешь? Ты ищешь смысл в моих действиях? Я даю ротацию. У меня прокнуло этот, я даю триню. Я много думать не хочу. Пизда, блядь, и как раз проки закончились. И сейчас, наверное, ничего не прокнет. Ну да. Логично. Прям под прилив у меня заканчивается этот, ну, идеальный прок. Я в смысле? Нет, нет. Какой идеальный прок?
У звездного. Со звездным супер много. Гнев так, типа, ну, маловато дамаж. Не, ну гнев тоже приятный, типа, но... Я говорю, все начали забивать уже на этот огонь. Донт, ну ты играй в огонь, а мы поиграем в босса. Вообще. Да, давай. Распределим обязанности. И сейчас смотрите, а нет, ладно, сейчас может, кстати, нормально совпасть. Да, сейчас у меня как раз закончится этот. Вот, идеально. Все, брат, только прокни. Я в тебя верю. Он прокнул. Ну ты рано прокнул. Идеально. Дайся, дай на пол. Блять, я не тем пью, ой, я долбоёб. Ну слушай, за счет напула я перегнал босса. Я прям хорошо был напул. Когда нужно... Эй, босс, отстань. Да отстань. Ну все, сова лучшая. Конец-то, блядь. Паладин, разбойник, шамандайси, ГЦ. Че там у нас еще? Ловкость, выносливость. Это мне не нужно. Слушайте, ну смотрите, какая у вас сильная сова. Ну кайф же. Не-не-не-не-не. Точно плохое. Да-да-да. А, она мне нужна. У нас, наверное, еще нужна она. Да. Кого? Кольцо? Ой, я вообще забыл. Да. Можете резнуть? Так подождите, а этот? У меня есть влево, влево пойдем или вправо? Мои перчатки куда-то убежали. А, дальность улетели они. 99-95 у тебя 8. А кому-то перчатки нужны, что ли? Да. Да, роги очень нужны. Охренеть. У него уже голова лезет, ему перчатки надо. Понимаю. А зачем тебе, типа, чисто статы? Анон! Нафига я вообще хочу в кару? Не знаю, она вообще, по-моему, беспонтовая тебе. Понимаю. Ну давайте, мы идем дальше. Да, только стой. Ну, давайте стакнемся как-то. Нам диван нужен. Кто диван даст? Да-да-да. Ну, я, ты меня перевалил там, сейчас я тебя дам его. Ударил. Все, пойдем по левой стороне. Так, а Изука есть СС, да, на кого-нибудь? Ой, дохиляем. Ой, блядь. У меня, короче, донт беда. У меня с Вуду слетели все настройки бафов. Ну, то есть я не вижу сейчас ничьих прожимок. Никто какие спылы отдает. Стеночку убегаем. Все, что я успел настроить, это этот СС. Ни массакры нету, ни прожимок танковских. Нужно это все в лицо заново устанавливать. Пиздец, не хочу.
на идеальном был. Вот, а чё, смотри, они, получается, наебались сентябрьскими скидками. Я ну, чё, вчера... Да, ну, подожди. Чё, ещё не 1 сентября? Так не факт, что на 1 дадут, могут позднее дать. Могут, могут. Тоже, кажется, когда сейчас пока ещё контент, причём новый. Причём они могут как раз, когда уже и прига в магазе будет, дать скидки. Ну, тогда там тоже Хэллоуин будет. А что там народ -то тоже пойдет этими приговорами закупаться. Слушайте, вахила на X можете найти на замену? А то я не пойду. Что привело тебя сюда? А еще X что сегодня идем? Ну не знаю. Я ж думал, вы идете в X. Сразу же я скажу, что я не пойду 100%. Понятно. Пойти бы за батчиками бы сходить. А можно типа ИК из 2 рейдов составить условно? Ну типа в плане среду? Не, я бы пошел, но я и так еле сижу, у меня и так температура. Ну нафиг, не хочу. Давайте пока дальше трэш этим чистим. Тоже с сыком потом разберемся. Ну, в любом случае, Лангрис может спектнуться идеальный. Ну да, да. И у Войда хулипал есть. Я могу на шамана зайти. Я думал. Только я вообще не хочу выкидеть. А, это другой вопрос. Согласен, на самом деле. Не, хотя ладно, я сходил бы, там посох носовой, говорят, топовый. А мне как раз хоста нужно. Ну, там посох классный, да. Угу. Вы распределили там, кто, когда? Я хочу просто играем, меньше клипа, и все, чтобы они не одновременно умирали. Ну, идеально с работы приходит все время в 8. А хотя если в выходной ставить, то можно, наверное, раньше. Ямазаки, знакомый ник. Друг, который не нашел себе место здесь. Ну, кстати, мне кажется, 25 его мало видел. Ну, он нормально хилил, но там настолько друидов что-то. Еще банан этот на друиде. Так, подождите, а вчера был кто на друиде? Второй хил? Банан. Ну, он слабо хилил. Он слабо играет. Не то, что хилит. А где он вчера? Он на Тариме вчера. Он и на коте умирал, и на Тариме я ему уже просто в объявлении рейда пишу, он стоит между, блядь, 2 метками и хилит. Ну, типа, одна метка, вторая метка, он посередине встал и хилит там. Он не умер, я ему все равно сотку дал за это. Если бы за него бы мог бы кто-нибудь другой бы умереть. Ну, там, это просто, ну, он троих убивает тогда, если у него молния летит. В лучшем случае 2. И сам умирает. Этот, слышите? Слышите, только важно. Давайте молчазара пальнем с ТБ ампулом, чтобы я выпил припод. И надамажил 1 000 000. Плюс-минус, может чуть больше. Ты не надамажишь больше, чем я. Почему? Если не нужно будет бегать, надамажу, чего нет-то? Не надамажу. Ну, любая перебежка, да, я сразу потеряю ДПС. Да. Я это под молча сделал БМ.
просто потестить. Все равно у нас Сургей нельзя ловушку ставить, под него бегать. Запарно слишком. Я могу и в комбо-то спихнуться. Не, я к тому, что наоборот не надо. У нас будет баф. Процент урона. А там просто для второго оружия нет нормального. Так понимаю, там, ну, был, чтоб талант работал, чтобы два оружия было. Ну, то топорик я на себя соберу. Он прям бисовый еще на следующий контент мне. Топорик ты этот? Угу. Да, он охуенный. Слышишь, да. Корнет, почему ты с 200-м манускриптом не бегаешь? Он же бисовый, нахипал аж до... Ну, до этого, до 290-го. Я по мане почти не просаживаюсь, так что он мне нафиг не нужен. Это для тех, кто по мане вообще не умеет жить. Даже бы себе Влад бы с этого, с Ика бы взял бы с ласта топор. Просто чтобы посмотреть, как будет. А так я знаю, что он топовый. Блять, а нахуя я на трэш сейчас отдал полностью все? Да тут, смотри, 26к. Да, но у меня какая-то привычка, знаешь, типа я этот... Я на трэш, вот если вижу большую пачку, я отдаю и треню, и звездопад. Кстати, а ну, я что-то пропустил, тебе кольцо нужно, нет? Ну, кольцо вроде для воров охеренное. Да, но... Положил его ролик, я ему отдал обмен, и что-то я вижу, у меня кольцо в сумке сейчас. Ну, давайте, с таким островным я типа не уверен, что оно прям супер топовое. Не, ну островного если нету, то оно типа для РПБшников прям топчик. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет... Ну а так островное для РПБшников сильнее все равно, по-моему. Чисто за счет прока оно сильное. Не, ну островное это одно, а второе какое? Ну, второе типа 45 или 58. Вот скоро 48. Здесь два сокета, ты не считал просто? Ну, просто я не считал с этим кольцом. Я тоже не считал, надо посчитать. Ну, а ты типа, какой старт ты будешь считать? Какой у тебя априори, РПБ тебе посчитать? Нет, 60 ловкости. Не, он два гнезда, это все равно хорошо. Не, точно говорю, что оно плохое, я говорю о том, что этот... То выглядит в целом 58 сильнее. Ну слушай, если там донт этот два сокета, соответственно там вторичные статы, скорее всего, супер слабые. Надо посмотреть. А там, крита нету? Нет, там нет. Меткость нерп. А ну. Фигня тогда реально. Линконите, это кольцо и этот. И 58. 58 в смысле за репу-то? Да. А, не, ну за репу-то она точно уступает. Просто если ты хочешь арп собирать, то тебе нужно это брать. Ну слушай, посмотри на самом деле за репу, сколько, насколько больше АП на 52 сокета. Нет, ладно, один сокет. Что-то я ап почитал, как это. Да. Один и два сокета. Хосты 50, крита 50. А тут 40-40. То есть, ну слушай, вот эти два сокета, они вот и возвращаются в этот. Возвращаются в виде 50 АП и 10 крита и 10 этого хосты. Ну понятно, что для тех, кто. Смотря что тебе стоит. Нужно здесь. Да. Но по факту, типа. Интересно. Ну, вот. 30, по факту 32-е кольцо такое же 58-е. Ну, не по такое же, но чуть-чуть хуже. Ну, блин. Что тебе из стата нужно? Ну да. Ну, например, у меня в мутике просто так оно валяется. Ну и посмотри, там просто, видишь, да, он 30 выносливости запиши-то еще лишних. В фиалковом, которое. Типа в этом, вот этом 32-м, там 30, вот этот, 66 выносливость. А сурвата я его не буду одевать, я поэтому так, ну, спокойно, что если надо, то я отдам его, что я в ПВПшку его.
Так нет, когда мы еще будем пробовать? Сколько нам еще, боссов осталось? Два. Три. Три, да. Три. Все с первого раза пройдем, то будет очень классно. В хорошем темпе идем. Мне кажется, мы их пройдем все с первого. Мне тоже так кажется. Кондёр? Есть кондей. Кондёр. Два. Кстати, вот эти крит-хостовые латы не лучше 39-е твои? А, ну лингвини 39-е, я посчитаю. Мы уже обсуждали, это не лучше. Да линканите, я просто посчитаю. У вас недостаточно денег на починку, дайте денег, пацаны. Да, если есть деньги. У меня 35к всего. Ну, блядь, дай мне 100 голды. Ну, там уже 3 гнезда, так что 32 точно не подходит. А, подожди, я понял. 39-й там крит хаст. Ну, я почему-то думал, что там хаст из MP5. Подожди, поэтому я говорю, что мы уже обсуждали это, ты что забыл? Причем диалог был точно такой же. Я не помню. Да слушай, блин, я сколько этой Вовки наобсуждался в последнее время. Ну смотри, вот такие штаны. Вот такие, если вот такие. А что тебе нужно посчитать? Какие у тебя статы в приоре? Все? Да нет, ну нет, все равно, скорее всего, вторые будут получше, что меткости мне там не будет хватать под Т4. Что меткости дохуя очень надо. Так, ну давай посмотрим. Ну, по АП, соответственно, выиграю 26-е. На сокет. Хаст крит у нас одинаковые, значит там суммарные они будут 130. А здесь меткость. Ну, 26-е прям намного сильнее, чем эти. Ну, меткость. А Исука где у нас? Подожди, подожди, у нас Исука, у нас Вока нету. Войд, Войд. А, куда пошел? Подожди, мы своего Лока ждем. Я понимаю, что ты его можешь кайтить. Все, Исука, заходите, здесь. Заходите, заходите, быстрее, все. А вот эти, кстати, фейбы не будет лучше. Да, ноги. Ой. Это я сорвался, что. Вот эти с РБК, да, которые? Да, да, с РБК. Не, тут, они у меня есть. Ну, тут статы, смотри, какие. Да, это я же тебе говорил, ну, я только что посчитал, типа они по статам сильнее намного. Ну, на сокет сильнее. У меня сейчас, смотри, получается, сейчас я убираю эти перчатки, одеваю Т4, у меня минус 54 меткости. А, меткости, я понял, да. Тогда ладно. Ну, типа, не знаю, пока я не этот, как дела. Пока я не начну на роге играть, никто вам не нарисует нормально без лифт. Потом это штаны, если вот эти убрать, еще минус 64, минус 110, а мне нужно 360 меткости под Т4 собрать. Сколько ты сказал? 360 где-то так. А зачем? А я ж талант у меня потом берется. А ты, ну, не гони, просто сделай себе в 4Т4 комбата, блять, мутик, мусорка. Когда ты 4Т4 полутаешь, просто бегай в комбате и все, ты будешь в топе. Типа, если тебе не принципиально играть, типа, мутиком или этим, комбатом, то, очевидно, нужно играть в комбате. Слушайте, а что это за Blizzard, который не дамажит? Зачем я вообще прожимался? Сломанный, я так понимаю. Он сломанный. Ну, худак на хил пала вообще не нужен. Т4.
Ну, мне надо, мне тут хорошие статы, это руки и голова, и что там, по-моему. И плечо. Все остальное дерьмо. Ненужное. Чисто для статов взять. Но пока я их, но чувствую, пока я их выбью, вот фейбу я не знал, что надо. Потом войду уйдут, потом тиберос уйдут, короче. Да не, я типа, ну, мне они вообще не нужны. Я ретрика нахуй, мне нахуй не нужен. Ну, типа, он уже не будет домашним. Когда-нибудь полутаю. А ты подожди, ну, типа, просто сетовые статы всегда хуже, чем... Ну, короче, сетовые куски всегда по статам хуже, чем этот... Чем обычные 45-е. У тебя не будет ли лучше с обычной катом? Ну, я смотрел, там все равно будет лучше. Ну, сейчас я могу, сейчас не кормить. Странно, например. Потому что обычно, типа, офсетовые куски, ну, лучше. Почему не собирают, условно, типа, 5 кусков, Т4? Потому что офсет всегда лучше по статам, чем этот. Ну, вот моя голова. И вот. Бля, идеально упал. Пока я так смотрю. Мне сало кинули, вот, прожмись. Да. Того элементарий на себя забрал. Пусть меня стреляет. Ну, я смотрел, там, короче, нету 245-х шмоток на хилпал. Подожди, а крафтовые? Там же 100% есть крафтовые, куча шмоток. Да там вообще есть крафтовые. Там грудак, по-моему, крафтовый, да? Не-не-не, зап точно. Ну, короче, я потом... Так мы сейчас говорим 5 из 5 шмоток, а при чем тут запы? Не, я говорю об этом, ну, типа, вообще просто крафтовые. Я, как я вспоминаю, есть... Запы есть, и я не помню, или голова, или грудь. Вот что из этого крафтится. Ну, рудак просто она можно не менять, он очень топовый. Вот это 239. Щит бы, да, еще бы выбить старим наконец-таки. Щит? Ага. А, да, он не упадет. Сколько мы уже бьем, сколько мы уже... Пацаны, у нас проблемы, слышите? Сейчас кикайте все косты. А то мы сдохнем нахуй. Ну, слушай, если сейчас будет по этот... Вот венец, и сейчас кикайте все косты, чтобы он не опустился на ниже 20%. Косты кикайте. Которые можете, Дайси и этот, и Айнон. И можешь даже варом кикать. Только стойте на месте. Бля, Дон, твоя собака бегала. Нихуя себе какая шея, может, бля, взять ее? Я вот тоже сейчас подумал. 94 уровня. Да, там 94 могилы много. Хорошая шея. Вот, жаль, конечно, без сотни. Очень... Угу. Блин, сейчас шея апнут с острова. Подлома с острова топ. Ну да, он. Ты что, сам сейчас никогда не обращал внимания на эту шею? Потому что она не очень. Ну вот штаны, походу, бисовые на холле пала будут вот эти. А ну, какие там, а ну сетовые плохие, сетовые, или там нормальные статы? Не, там крит МП5 вообще говно. А, ну тогда вот эти точно идут, на холле пала. Пройдете, нет? Не, я сейчас знаешь, что подумал? Это у тебя здесь кольцо вот это с двумя камнями 232. Потом. Подожди. А ну, где ты там линковал? Вот, короче, кираса. Ой, грудь, которая падает с этого. Она, наверное, будет даже хуже, чем 39. Да, она хуже 39.
Угу. Да какие же тут помойные шмотки на ретрика, капец, как они это сделали? Да, на ретрика там вообще такое дерьмо. Согласен. Как они вообще этого достигли, блядь? Там есть танцы с мастерством? Нет, там типа скапы собрать можно, я, блин, даже сделал идеальный бис-лист на ретрика, пока еще был, ну, в настроении эмиграть. И типа у меня по бис-листу прям супер все круто получалось, идеальный кап мастерства, идеальный кап меткости, прям идеальный. Но после этого уже смысла особо не вижу. Капы собирать. Они, ну, то есть можно. Там, ты понял? Они просто перерисуют Т4 под этот. Нет, нет. Под отсутствие крыльев. Они Т5 уже не будут перерисовывать. Т4 никогда в жизни не перерисуют. Даже по идее параллели то, что у ретриков бонус не особый от 4 Т4. Он сделан, кстати, как раз под эти. Под этот талант. Не, седьмом собирал это 4Т4 на X2. Ну так 4Т4 нормально, с вот этим вот талантом там прям, ну, неплохо было. Да, чертеж что-то этот, грудь. Да. Наверное, у нас вар будет стоять на синем, рога на зеленом. Походу, действительно, до этого, до Т10, ты будешь бегать в 2Т4, ну, точнее, в 3Т4. Да, 3Т4, и там есть вот это рудак 239 и штаны. И штаны, да. Что-то они вообще обделили паладинов, ну, только танки нормально. Я бы вообще вам посоветовал, конечно, поставить сову. Прожимки? Да в целом, типа, я уверен в себе, что сдохну сразу. Но мне может повезти и не будет этого. Ну, короче, дайте мне первый луч постоять. Умру, у меня идеальный БР нет. У него как раз КДС. Как вам план? Ну, тебя вар передамажит.